Район хорошо, вы мне вникли. Многие меня давно старшая знают. Старшая по дому, да. Не старшая, а председатель. Такого нет понятия старшая. Пожалуйста, учите жилищный кодекс, Александр. Здравствуйте всем, меня зовут Липина Ольга Вячеславовна. Я живу на набережной Новикова-Прибоя. На прошлой встрече на Тухачевского я уважаемому Денису Андреевичу передавала обращение по поводу касаемо вот лжи по реновации, где у нас были публичные, скандальные публичные слушания в 2019 году по проекту планировки. Забейте на Ютубе скандальные публичные слушания по проекту планировки Хорошева-Мневники. Вы это все там многое увидите, как нас потом сочная часть в полицию забрали. И на этих картинках, которые они там представляли, было одно, но на деле оказалось другое. То есть ППТ, проект планировки территории, это одно. Они прятали то, что мы у них пытались через суд выманить, планы по ПЗЗ, правила застройки землепользования. Значит, у меня вот в соседнем доме должен был быть по проекту планировки дом, который вошел в реновацию, там 50 метров на их месте. Всего лишь один дом, 50 метров. Сейчас выяснилось, что на этот участок вкорячивают две башни по 80 метров. Две башни по 80 метров, выдали два КПЗУ. Я вот с этим обратилась к уважаемому депутату. И, Денис Андреевич, вот я вам передаю, прямо передаю заявление о преступлении. Они вам ответили то же, что и мне передали в Московскую архитектуру. Вот. Вот это газ, я передаю. Это ложь. Реновация – это афера и ложь. Я это как повторяла в 2019 году, так повторяю сейчас, и это видно. У многих у нас, мы сделали такое, мы оформили земельные участки в общедолевую собственность. Это возможно сделать. И что сейчас эти хреноваторы начали делать в тех домах, которые оформлены земельные участки у нас на Новикова-Прибоя? Им не хватает для постройки их домов, вот этих картонок, да, человейников, прокладывать коммуникации или что-то. Они просто в наглую лезут на частную собственность. Они лезут, аж пищат, накладывают какие-то сервитуты, когда сервитут – это понятие такое, что есть процедура, должны согласиться все собственники. Нет. И вот сейчас у нас на Новикова-Прибоя там 4.1, 4.2, просто ездят экскаваторами, рубят деревья. Им сказали, а нам надо так. Люди выходят, мы собственники, полиция бездействует. Господин Нестеров, тут присутствует подполковник. Полиция бездействует, отправляет. Куда отправит? Кажется, в управу. Обычная, да, ерунда. Значит, что такое реновация? Реновация – это просто отъем земли. Вот смотрите, маленький дом, а на его месте построить вот эти вот... Какой гешефт, да? И половина продать. И на публичных слушаниях, что у нас говорили в 2019 году? Мы когда задавали цифры, вопросы... то, как обеспеченность садами, школами и прочими его социальными объектами. А вас будет все везде хватать. Они как-то повыдергивали эти со всех концов, да? И вперед. Вот, а что мы сейчас имеем? В классах по 45 человек. У нас вот еще, уже вот освобождаются там библиотеки под классы, потому что не хватает. Какие-то малые спортивные залы. Дети спят на выкатных кроватках, между прочим, в саду. Моя спала младшая. Вот так. Какой процент обращений в здравоохранение? А что сейчас происходит у нас на Паршина? Это метро. Вот недавно, в прошлый раз выступала моя соседка Ирина с Паршина 37. Как-то не копают под фундаментом. Еще как копают с этими прокладками. Документов никаких нет, ночами работали. Понимаете? И вот у меня еще один такой момент. Я в очередной раз... заявляю, что органы исполнительной власти, как управа района Хорошева-Мневника, игнорируют все вот такие мероприятия. Они не слышат, они обязаны здесь хоть кто-то присутствовать. Нахапетян Виталий Аганесович, вы где? Про вас тут упоминали недавно. Вы стали главой управы, но вас нет. Да, вы заняты выборами Акуловой. Извините. Обращаюсь. Азаренко Александр Сергеевич, он замдиректора по строительству. Замглавы управы по строительству. Мария Ивановна Менжевицкая. Где наши все эти красавцы? Она... Да я знаю, мы эту прекрасную женщину знаем, нашу великолепную. Она управляет общественными советницами.
Так вот, их опять нет, ау, нету. И у меня еще такое предложение. Александр, а не хотите ли вы устроить дебаты по проблемам? Именно вот с дамой, которую продвигают вот со стороны власти, Акулова. У нас есть проблемы. Серебряный Бор, Москворецкий, метро, реновация, проблемы с ЖКХ. Кстати, я вот рассказывала, что на меня было нападение жилищники, а полиция бездействует, и что они пишут. На меня было нападение в ГБУ жилищ, район хорошо умневники. Да, да. Это было, полиция всеми путями пытается это замять. А там уголовка. Мне уже прокуратура высшая сказала, тут уголовка, что они творят, почему они молчат, почему они бездействуют. Смотрите, сколько проблем озвучено. Акулова, вы видите, ли вы чем будете заниматься, покраской лавочек? Зоопарк. Зоопарк? Это прекрасно. Банды, мы любим панд. Но это китайские. Но у нас есть бурые мишки. Спасибо. Вот, но большая просьба, давайте попробуем организовать дебаты Александра со Светланой Владимировной. Хорошо, посоветуемся. Это было бы интересно. Я маленькая ремарочка. Вот стоит девушка, она собирает подписи под очередным проектом губительным. Это трасса от улицы Живописная. Она затрагивает тоже район хорошо умневники, который ведет до улицы Свобода Вишневая. Она губит фактически всю природу. Это проходит через сосняк, мимо Алых Парусов, то есть Щукинский полуостров, памятник природы. Все его знают, да? Там просто трэш. Вот если кто заинтересован, пожалуйста, вот можете подойти к этой девушке и поставить свою подпись. Против проекта. Против данного убийственного, губительного проекта. Все. Всем спасибо. 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 Спасибо.